Древний Египет. Тысячелетиями он хранит свои загадки. Целая армия археологов, историков, научных экспертов и примкнувших к ним эзотериков на протяжении многих столетий пытается раскрыть тайны одной из первых цивилизаций на Земле. Начиная с итальянского философа и естествоиспытателя эпохи Возрождения Джордано Бруно и заканчивая неутомимыми исследователями нашего времени. Удача сопутствует далеко не всем. Египтяне знают о сфинксе намного больше, чем исследователи, десятилетиями изучающие загадочный монумент. Более того, можно предположить, что они там уже побывали. И этому есть свидетельство очевидцев, которые рассказывают, как они все же открыли подземную комнату, обнаруженную японцами в 1989 году. Но в ней оказался лишь кувшин и веревка. Зато в полу был найден проход в следующую круглую комнату. Из нее вели три подземных хода в сторону Великой пирамиды. А дальше начались чудеса. В одном из ходов исследователи наткнулись на пелену света, оказавшуюся защитным полем, не пропускавшим сквозь себя никого. Возле него человеку становилось плохо. Его тошнило и бросало в лихорадку. Причем так, что начинались предсмертные судороги. И только тогда человек отступал. Не сумев пробиться сквозь защитное поле неизвестной природы, египетские ученые просветили радаром запретную зону. Приборы показали существование 12-этажного здания, уходящего вглубь земли. Решив не искушать судьбу, археологи остановились, а вслед за этим и вовсе отказались от каких-либо дальнейших исследований.